Всем привет, меня зовут Марина. Меня давно не было на Ютубе, потому что я решила летом немного отдохнуть и особо не снимать видео, вот, поэтому сейчас я вернулась, и уже 30 августа, скоро на учебу, к сожалению, вот, и я как бы снова возвращаюсь на Ютуб. Сегодня я хотела бы вам сначала показать вообще, что я купила для учебы. На самом деле я очень мало всего купила, потому что у меня, в принципе, все уже было. А что нужно человеку, у которого есть все? По-быстрому покажу вам свои покупки с Shein. Это вот такой свитер коричневый. И вот такой топ черный. Вот. А также я заказывала... Господи, где это? И также я заказала себе два вот таких чехла. Вот этот белый, а этот бежевый. Но на камере они выглядят абсолютно не так, как в жизни. Но я оставлю ссылки, если вам интересно. И, кстати, я взяла себе вот такую коричневую кофту на учебу. Ну как, просто ходить в ней. Она с бершки. Вот, тоже буду в ней ходить на учебу в размере XS. И также моя недавняя покупка. Я взяла себе Nike Superstar. Вот, тоже ходить на учебу, хотя... Скоро уже начнутся дожди, слякоть и так далее. Я думаю, мои кроссовки долго не проживут. Вообще, я хотела взять черные кроссовки, но я не нашла себе подходящие. Мне ничего не нравится. Вот, поэтому взяла уж какие были. В общем, на сегодня у меня в планах поехать к моему молодому человеку. Я ему буду делать маникюр на учебу. Вот, потому что я такой домашний мастер маникюра, так сказать, себе и сестре я уже сделала, вот. И также я бы хотела, ну, короче, я зайду в первую попавшуюся парикмахерскую и состригу себе свои убитые кончики, короче. Вот, мои волосы пережили просто множество окрашиваний, вот, поэтому кончики у меня уже просто никакие, и волосы довольно... длинными отросли. Мне, конечно, мне жаль их состригать, но лучше, как бы, чтобы они были здоровыми и в нормальном качестве. А на самом деле я очень жалею, что не начала вести YouTube канал раньше, там лет в 16-18, потому что тогда я просто отрывалась на своих волосах, как могла. Я была всех цветов радуги практически. Вот. И сейчас, вот последний год, я вообще не трогаю свои волосы. Теперь буду утрачивать свои здоровые волосы. Пока что я их трогать не буду. Хотя было бы очень интересно смотреть такие видео о том, как я убиваю свои волосы. Вот. Сейчас я буду собираться, а вы идете со мной. Александр, что вы хотите купить? Кофточку. Кофточку? Вот такую кофточку? Нет. Бегущая женщина? Олимпийские чемпионы. Сегодня уже 31 августа, и вчера мы так ничего и не сделали из того, что планировали, но мы сходили в торговый центр, и Александр купил себе кофту, вот. Поэтому сегодня, я надеюсь, мы сделаем все, что планировали. Познакомьтесь, это Георгий. Кс-кс-кс. Гоша. Привет. До свидания. Сегодня у меня будет вот такой лук. Это такая же кофта, как вчера, из бершки, только в серой расцветке. Вот. И, наверное, возьму вот эту сумочку. Да.
великого? Черт. Ты пытался птичку поймать? Да. Я подумал, это хорошая идея украсть воробья. Вот эти чайки пытаются притвориться утками. Думают, мы не заметим их. А мы заметили. Александр, покажите ваш маникюр, пожалуйста. Вот такой маникюр я сделала. Вот, зацениваем. И вот мой. Кому интересно. А сегодня были у нас пары первые, после которых мы встретились с Александром. И сейчас... гуляем. Без понятия сейчас, как мне находить время на то, чтобы снимать видео, и желание находить. Вот. Но я буду стараться, пытаться что-то снимать. Но пока у меня нет вдохновения. Да, я перескочила с 1 сентября сразу на 29. Ну, как бы потому что снимать-то особо нечего. Сейчас идет учеба. Но сегодня я, ну, решила что-то поснимать, потому что сегодня у меня день рождения. Мне исполняется 21 год. Кошмар просто. Время летит, как не знаю что. А возраст это для меня вообще больная тема. Вот, потому что я очень боюсь стареть. Но... не будем о грустном, как бы. Вот, в этом году я особо не буду масштабно праздновать день рождения, потому что это не юбилей. Вот в том году я как бы довольно масштабно праздновала. Вот, ну, сегодня я пока не знаю, какие у нас точно будут планы, но как бы я вас сегодня возьму с собой. Вот, кстати, свитер Шейн, который я показывала в начале видео, ну, еще... в начале сентября беру с собой одну тетрадь, я, в принципе, больше и не ношу обычного. Фу, зачем? Это же не школа. Кстати, если вы заметили, то картинка немного поменялась, потому что у меня появился iPhone 12, вот. И надеюсь, что теперь качество видео будет получше, и вам будет приятнее смотреть их. Александр приготовил мне подарочек. Наверное, одежда из Пулбира. Мне очень приятно, спасибо. Нет? Нет? Попозже откроем. Да. Смотри, чайки. Oh,
мешай. Подписывайтесь, ставьте дизлайки. А ты говоришь, что? Спасибо. Могли бы и не тратиться уж. Толпричатанки. О, боже, и у меня есть грешки. Отключите детям интернет. Грешки, но на свай, благословенным на свай. Боком. Да не на свай, на свай. Несет котенка. Да блин! Итак, мы уже дома сходили в боулинг с родителями и Александром. И сейчас я ближе покажу, что Александр мне подарил. Вот тут бомбочка для ванны, мой любимый чай, косметика там всякая. И самое главное, это кольцевая лампа. Я ее сама хотела купить себе попозже. Но Александр мне подарил. Надо, конечно, еще разобраться, как ей пользоваться. Я пипец рада. Что с этим делать? Ладно. Короче, извините за бардак, но как бы я распаковывала подарок. Вот такой штатив мне подарил Александр. Ну не штатив, а кольцевую лампу. И здесь вот такая, вот такой выключатель, короче. Вот, мы включаем, и здесь можно менять яркость. И теплоту, освещение, вот. И еще здесь в комплекте был пульт, через который можно делать фотографии на расстоянии. Пускай у меня на заднем плане будут мои шарики, которые мне сегодня утром подарили. В принципе, очень клевое освещение. Теперь у меня видео будет получше. Как здорово, когда человек разделяет твои интересы, так скажем, и не говорит о том, что вот, зачем быть видеоблогером, а наоборот поддерживает. Хоть и, возможно, это ничем хорошим не закончится, но я хочу этим заниматься. Вот так вот. Такой сегодня у меня был день. Наверное, на этом мы закончим влог, потому что, ну, в принципе, пока что ничего снимать я не буду, потому что ничего интересного происходить и не будет. Спасибо всем за просмотр. Можете подписываться, можете поставить лайк, если захотите. И ждите новые видео когда-нибудь, они точно будут. Пока!